Родителям вход воспрещен. Парк Харинка в воскресенье превратился в площадку для объединения поколений. Активисты городской ученической думы организовали здесь акцию «Заботливое сердце». Собрали ребят, их бабушек и дедушек для того, чтобы они вместе провели выходной. В том году мы делали фотопроект в фотостудии. В этом году решили сделать в прекрасном парке. Вот, с Федерацией ездового спорта города Иваново. Мы специально говорим, чтобы мам, пап не приводили, а то они тоже захотят фотографироваться. Именно общение бабушек, дедушек с внуками, внучками, нам очень важно. Никакой пропасти между поколениями не существует, уверены собравшиеся. Если родственники любят друг друга, то обязательно поймут. Дело не в возрасте. Тут главное много общаться и проводить время вместе. Елена – счастливая бабушка. На фотосессию в парк ее и мужа позвали внуки. Установкой организаторов семья решила пренебречь. Собрались все от мала до велика. У нас 6 внуков. Старшему внуку уже 19 лет, учится в институте. Сегодня нас сюда на машинке привез. Очень приятно. Маленьким по 2 года, 2 маленьких. Всегда общаемся, всегда семья вместе. Бабушка учит внуков готовить. Вместе пекут пироги, зимой гуляют в парке, летом облагораживают огород. Все хорошо, да. Они всегда помогают, любят нас. Я их тоже люблю очень. Я давным-давно хотел собрать всю свою семью вместе. И сегодня как раз появилась такая возможность, чтобы собрать всю нашу огромную, большую, дружную, спортивную семью. Я этому очень рад. И я думаю, то, что и бабушкам приятно, и моим родителям приятно, и всем моим сестренкам и братьям, тетям и дядям. Для семей организовали 4 фотозоны. Предложили сделать памятные снимки. Обязательное условие для участников – внуки должны были подарить бабушкам и дедушкам какой-то сувенир. Какой – неважно, главное – от души. Анатолий и Валентина Соловьевы от внука получили мед. И вкусно, и для здоровья полезно. Мы очень богатые бабушка с дедушкой. У нас в данный момент 6 внуков. 3 девочки и 3 мальчика. В общем, стараемся найти общие интересы, вместе быть почаще. Бывают конфликты, все бывает, но решаем в спокойной обстановке. Характеры у мальчишек не сахар, бывает все. Самой популярной оказалась фотозона с собаками породы хаски. Маленьким участникам праздника предложили прокатиться в упряжке, запряженной снежными псами. Такой выходной семьи точно не забудут. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.